– это силы и желание что-то начать и осуществить, стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Владельцы этого имени терпеть не могут, когда на них начинают давить окружающие, когда кто-то ставит перед ними какие-либо ограничения, они начинают проявлять нетерпение и нервничать. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Для владельцев этого имени подходят все светящиеся талисманы, но бриллиант для них подходит все же лучше других, так как имеет более властную силу и притяжение. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Чтобы полностью удовлетворить свои желания, носителю этого имени необходимо найти занятия, соответствующие его характеру. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.